Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь в этот замечательный воскресный день, чтобы пожелать хорошего настроения и напомнить, что сегодня в 10:00 у нас состоится очень важная встреча, которая посвящена не только стройности, но и жизни в целом. Ну, просто возникло у меня желание с вами поговорить о наболевшем, о том, каким выводом я пришла за 25 лет своей похудательной практики и 10 лет практики удержания веса, ну, более-менее в одной паре. Про стройную фишечку дня я, конечно, да, ссылочка на вебинар будет под этим видео. Приходите обязательно. 10:00, 19 ноября по московскому времени 10:00. Стройная фишечка дня сегодня у нас вот такая. Видите, да, что это такое? Зеркало. Хоть маленькое, хоть большое, неважно. Не само по себе, конечно, зеркало. Важно время от времени подходить к зеркалу не только для того, чтобы посчитать новые морщинки или там прыщики, какие у себя обнаружить, или лишние килограммы, сантиметры. Нет. Посмотрите себе в глаза, улыбнитесь себе. Скажите все хорошее, что вы хотите себе сказать, а это делать обязательно нужно, хвалить себя, подбадривать и так далее, а не только ругать, как очень часто это делают, особенно люди с проблемами с весом. Вместо того, чтобы гнобить и ругать за каждую лишнюю конфетку, лучше улыбнитесь себе и с хорошим настроением отправляйтесь в этот мир. Никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы. Оставайтесь на связи и обязательно сегодня приходите на наш откровенный разговор. Я жду вас. Всего вам доброго. Пока.